Вместе мы сможем все. Под таким девизом в Иванове прошел благотворительный концерт в поддержку Тани Швыревой. Это не первое мероприятие по сбору средств на дорогостоящее лечение 16-летней девочки. В августе этого года Таня стала жертвой страшного ДТП. Ее сбила газель под управлением нетрезвой женщины. На призыв о помощи откликнулось большое количество людей. Каждый может из нас оказаться в этой ситуации. И даже вот если я бы оказалась на этом месте, на месте девочки, я бы тоже на что-то надеялась, надеялась на чью-то помощь. Поэтому, мне кажется, каждый из нас должен помочь. Я всегда готова помогать в таких ситуациях. И мне же не сложно. Благодаря неравнодушным людям увидеть концерт Таня смогла своими глазами. Из больницы, где девочка проходит курс лечения, был организован сеанс связи. Бурные аплодисменты и поддержим Танечку, Танечка, мы все здесь, и мы с тобой. Ну и, дорогие друзья, хочется отметить, что данный телемост установлен впервые в истории города Иваново. Небольшой танцевальный номер специально для Тани подготовили ее одноклассники из Фурманова. Ребята с момента трагедии поддерживают девочку и морально, и материально. Деньги на завтраки школьники откладывали и передавали оказавшейся в беде однокласснице. Они сговорились, собрали сумму, немаленькую сумму, скажу, для детей, это очень немаленькая сумма. И когда я это узнал, То есть дети показали нам, как нужно творить добро. И мы все решили, что взрослые должны и обязаны поддержать это. И поэтому было принято решение вот помочь, несмотря на то, что мы не из Ивановской области, но дети, нет понятия для детей, это наш, это не наш. Акция по сбору средств была начата давно. На операцию требуется серьезная сумма денег. Родители не ожидали, что беда, постигшая их семью, найдет отклик в сердцах совершенно посторонних людей. Надеемся, что помощь реальная будет. Ну, собираем уже давно, и я думаю, еще будем собирать. Потому что все операции, которые планировали мы сделать, они как бы еще не сделаны, только делаем по состоянию здоровья. Мы живем сегодняшним днем. Как сегодня чувствуем, хорошо, хорошо. Завтра хуже, решаем, что делать. Ближайшую операцию Тане планируют сделать уже после Нового года в Москве. Девочка не оставляет надежды на то, что снова будет ходить, а все произошедшее покажется страшным сном. Самого события я не помню. Помню только то, что происходило до. Мама пустила меня погулять, и я пошла на встречу с подругой. Дальше ничего не помню. Очнулась в больнице, и мама мне рассказала, что меня сбила газель. Я шла по тротуару около школы. Этот концерт в поддержку Тани Швыревой не последний. На 19 декабря намечено еще одно мероприятие. Кроме того, в планах проведения благотворительного ужина, куда пригласят представителей власти. Участники благотворительного марафона считают, что нет ничего невозможного, если объединить усилия. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.